13 декабря в ходе прямой линии с главой Каспийска Борисом Гонцовым жители дома по улице Кавказская, 31, обозначили руководителю муниципалитета свою проблему. Это тотальная деформация в градостроительной сфере. Каспичане рассказывают о нарушении действующего законодательства и технического плана дома. Чердак переделывают в хостел. Застройщиком является Арси Групп. И жители дома категорически против таких новшеств. На этом участке уже внесены конструктивные изменения, в результате чего частично разрушены несущие конструкции. У меня есть документ, мне выдал недавно вот управляющая компания. Там подтверждается, что на чердаке находится инженерная коммуникация. Это помещение предназначено именно для инженерной коммуникации. Это тоже я уже получила. Все документы есть, получается, черным по белому, техплан, все есть. Мы еще нанимаем адвокатов. Я год и два месяца мучаюсь, доказываю, что это наше. Глава Каспийска отметил, что городской суд вынес к ПЖСК «Фэмили» решение о признании самовольного переустройства и перепланировки чердачного помещения и приведения помещения в первоначальное состояние. В связи с этим по поручению Бориса Гонцова заместитель главы города Арсен Шарифов совместно с сотрудниками отдела архитектуры и муниципального контроля администрации предприняли меры для приостановления данных работ. В настоящее время судом назначено проведение строительно-технической экспертизы, по результатам которой будет назначено судебное заседание. Администрация города совместно с прокуратурой бдительно следит за данной ситуацией и предпринимает все меры по недопущению дальнейших работ по перепланировке технического этажа. Провести повторную экспертизу было решено в связи с тем, что эксперт в полной мере не дал ответа на поставленные вопросы, а также представители администрации города попросили граждан сообщать о всех нарушениях.